чисто теоретически в этом видео могут присутствовать мат, сиськи, еноты. Так что если тебе нет 18 лет, закрой его быстро, то мамка по жопе надает. Всем енот, друзья, с вами Пуховик, и что-то давненько не выходило микроплеев. И давайте сегодня поиграем в игру Tequila Zombies 3. Первая часть, или вторая, что ли, в какую я там играл, мне не особо понравилось, но давайте же посмотрим, что нового разработчики нам преподнесли, ведь если выходит аж третья часть игры, то это означает, что игра пользовалась популярностью среди любителей поиграть, поубивать зомби. Ну, давайте же посмотрим, что же нам предоставляют разрабы. Разрабы нам предоставляют нового персонажа, мужика без оружия, без даже мотоцикла. У баба-то хотя бы в коляске сидит, а дядька вообще с мачете стоит. А этот просто какой-то странный рокер в накидке, в жилетке, с татухами на руках. Ну, давайте за него попробуем поиграть тогда. За бабу мы играли уже в первой части. Тик, ну ладно, пока ничего в магазины заходить нет смысла. Чекпоинт 1 из 8, то есть, чтобы пройти уровень, нам будут даваться еще и чекпоинт, это здорово, то есть заново не нужно будет начинать. Целимся мы мышкой, стреляем, так, меняем оружие на цифры, либо QE. R перезарядка и супер сила на пробел. Ну что ж, вроде все понятно, давайте-ка посмотрим на эту игру. Ну, музон, конечно же, здесь доставляет. А зомби ложится буквально с двух ударов. А, ты меня укусил, что ли, падла? Ты чё? Вторая кровь почему-то. Странный баджик, ребят. Обычно баджик есть первая кровь, но вторая кровь. Это что-то... Ух ты. Класс. Патроны. Кстати, патроны... патронами мы убиваем тоже с двух выстрелов. То есть нет смысла, наверное, их тратить. Да и какая-то неэффективная пушка, на самом деле. Стрелять в голову, либо не в голову, разницы нету. Поэтому, как-то, не знаю, мне это нравится. Да, должны уж они были к третьей части. Это... Алло. Господи, как же мне достали уже звонить. Я уже забыл, о чем говорил, ребят. Извиняюсь. Так, 13 патронов на пистолет у нас. А, смотрите-ка, справа внизу показатель нашей суперсилы. Там нарисован кулак, волк. Когда мы берем текилу, мы ее, соответственно, эту суперсилу накапливаем. Я так понимаю, что в конце... Ух ты ж, ёб твою, летающая гадость. В конце мы сможем превратиться в какого-то оборотня, что ли? Судя по всему. Это прикольно. Блин, я не знаю, как-то, ребята, игра мне вообще не вдохновляет. Что-то она слишком как-то убого сделана. Можно было сделать интересную стрелялку. У нас даже в микроплее были гораздо веселее игры с подобным геймплеем, но с гораздо, не знаю, красочной проработкой, что ли. А это какая-то фигня, на самом деле. Если честно, мне не очень нравится. Ну, не знаю, многим нравится, потому что вы мне сами присылали первую часть, особенно помню, типа, мол, пуховик, поигра... Ёб твою мышь, отстаньте. Пуховик, поигра... О, двойной дамаг, отлично. Ну, давай, где... Ох ты ж, сраный... Ну, чем сраные мыши? Мыши, кота на вас не хватает. Представляете, были бы летающие коты. То есть такие летучие мыши, летучие коты. О, класс, двойной дамаг. Только у меня хп ни хрена нету, и мне кажется... Ой-ой-ой, падла, умри. Мне кажется, меня скоро убьют, ребят. Что-то как-то вообще нездоровая канитель какая-то здесь творится. Я даже не знаю, что мне с этим совсем делать. А, ну чего, когда там следующий уровень для меня пустят? Пустите, ёпта. Ага, все, можно, да? Спасибо, друганы. Я так понимаю, у нас второй чекпоинт, у нас их всего 8. Чтобы пройти уровень, а в конце, скорее всего, будет босс, как в первой части. Да господи, тварь ты летучая. О, я, по-моему, в голову стрелял, а ему как бы пофигу, это какой-то Марио вообще пришел, водопроводчик. Сантехник долбанный, лежать, сучонок. О, все, как я их уже сношу. О, классно, аптечку мне дали. Это здорово. Так, ребят, ну в любом случае ссылочка на игру будет в описании. Так что если кому эта игра понравилась, то переходите. Хотя, в принципе, я думаю, когда будет побольше оружия, будет повеселее. Господи, что же я какой косой-то? Мышь, твали. А так вот, сучата. Двойной дамаг. Воу. Тварина. Такая. Отлично, вроде все у нас замечательно. Перезаряжаемся и убиваем мышенцию. Так, я могу уже суперудар какой-то активировать. Но я дождусь, хочу дождаться, когда я стану волком. А, мне интересно, что это дает, прав я был или нет. Сейчас мы это скоро уже практически узнаем. Отлично, вот сейчас я могу стать волком.
Ну, рано, пока врагов мало. Пока одни сраные мыши. Давайте-ка. А, ребят, у меня патроны кончились практически уже все. Нет пути назад, он сказал. Чекпоинт. Ух ты, ты какая. Ого. Ой-ой-ой, ребят, как от заката до рассвета, помните? Стикхаммер. Класс, ребят, это круто. Вот это крутая вещь. Вот это, блин, это понимаешь, вот за это, конечно, плюсик игре. За этот стикхаммер. Кстати, ни в одной игре про зомби там или вампиров я его не видел. То есть отсылочки от заката до рассвета я... Омочки, вот он я, Full Moon Fever. Лихорадка полной луны, ёпта. О, да-да-да, гав-гав-гав-гав-гав. Я злая большая собака, иди сюда, мышь, я хочу поесть мыша. А, и набрать патронов как раз. Да что, все это все? Господи, я только во вкус вошел, а меня уже опять вернули в обыденную жизнь обычного бухого рокера. Класс. Так, перезаряжаемся. И как, комбо мы успели? Нет, не успели. Комбо мы не успели набрать, а что, вниз надо, да? Отлично. Да, пустота. Пустота, друг молодежи. В пустоте не видно ни черта. Отсюда зомби сейчас пойдут, да? Дик хе, копать сюда. Написано копать сюда. Что, стой, стой я на зал. Ой, классно, проститутки-зомби. Класс, всегда хотел узнать, как выглядят проститутки-зомби. Они пинаются, оказывается. Кстати, ребят, наверняка есть ведь, наверное, порно с зомби. О господи, это что-то. О, блин, боже, что мой, откуда вас столько? Так вот, насчет порно. Да, есть наверняка порно с зомби, но вопрос другой. Кому, блин, хотелось, кому хочется смотреть, как трахают зомби, я не понимаю этого. Ладно, немножко от темы отошли. Зомби текила 3. А почему я в них не могу попасть, когда они под этот парапет улетают? Суки. Саные мыши. На, блин, тварь. Sweet. Я с тобой согласен, мужик. Это sweet. Очень, очень sweet. Так, отлично, у нас есть кулак. Какой-то есть мощный куляк. Если я сейчас заюзаю, меня будут звать Джонни. Резвый кулак. Твою. Нет, тварь, нет, тварь. Бита, кстати, помощнее вроде как даже. Король крыс. Ух ты ж твою. Га-га-га-га-га. Гуси-гуси. Га-га-га, деньги гоните все сюда. Ута, ураган, ну давай, бухнем немножко. Вот так вот все, кончай просто. А почему король крыс жив остался, я этого не понимаю. На, сучонок, чё ты теперь скажешь-то? Двойной дамаг, ёптушки, это тебе не в тапки срать, это пуховик пришел. Текила напился и буянит теперь на вашей крысиной территории, падла ты такая. Падла ты лысая. Ну, отлично. No turning back. И нет пути. О, блин. Господи. О, классно. Ох, что это такое? Ха, класс, замораживающая пушка. Классно. Шлюха наморозит на раз-два. Так, а их надо разбивать или что? А, я не знаю, что-то их не могу разобрать. На, падла. Пыдлы. А, так, вот давайте. Ураган, ураган. Нет смысла ждать оборотня. Будем всех убивать ураганом. Класс. Все здорово. Патронов кучу понабрали. И теперь можно всех валить. Блин, это какие-то не оборотни, какие-то гоблины-оборотни. В смысле, зомби. Гоблины-зомби. Да, какие нахрен оборотни. Оба. А полицейский, что ли? Или кто? Нет, просто простой шахтер. Простой шахтер. Почему я подумал, что это полицейский? Ой-ой-ой, и крысы тут с вами. Ой-ой-ой, друзья, вы что? Друзья, вас слишком много, блин. Это, отвалите нахрен. Особенно ты, шахтер. Отвали, я тебя вообще не люблю. А вот ты иди ко мне, детка. На. Их там очень много, ребят. Ну, ничего, я спешить никуда не буду. А, так вот, по яйцам им всем по чуть-чуть понадаю. И теперь надо придумать, как их там уничтожить всех внизу. У меня патронов, мне кажется, столько не хватит. Да, я еще и не попадаю. В принципе, вот так вот можно их всех поубивать. Но патронов, я думаю, мне не хватит. Отлично, одну дуру убил. За фаршмач или... Отлично. Так, аккуратненько. Всем по башкам. Ой-ой. Не надо промахиваться. Все, у меня осталась только дубинка. А, хватит.
агрессивничать? Да она какая-то дерзкая. Да ладно, 4 удара битой. Ты чё, проститутка, блин? Ой, ребят, у меня хп нету. Ау-ау-ау-ау-ау. А, блин, мне бы подобрать бы текилу. Отлично, ураган и двойной дамаг. И мы сейчас всю толпу просто загандоним. Ой-ой-ой, красота-то какая. Ой, он даже не всех убил. Не всех убил, мать твою. Что ж ты творишь-то? Давай всех убивай. Класс, класс, ребят. Вот это здорово. Вот это было месиво. Просто адская мать его месиво. Опачки, опачки. Прыгаем, прыгаем. Хорошо, аккуратно, аккуратненько. Не подставляемся, улыбаемся и машем. И не подставляемся. Давай, давай, сдохните, падлы, крысы. Падлы, крысы, умрите, суки, немедленно. Нас, сучонок. Изблуд. Отлично. А там меня сейчас одним укусом могут убить. ХП-то не резиновая. Ёпта. Два зомби, два зомби. Отлично, ребятушки. Блин, с каким трудом я это сделала. Я сейчас уже умру. Но тут хорошо чекпоинт ведь. Да, умри ты уже, падла. О, шикарно. Понабрали аптечечку. Ой-ой-ой, это взрывной что ли какой? Чё он бежит-то? Что-то меня напугало как-то. Да хватит тебе ржать, чё смешного-то? Тут очень мало места. У меня патронов нету. Блин, господи, что мне делать? Придется бухать, чё? В любой непонятной ситуации бухай текилу. Отлично. О, хп пополнили. Но патронов у нас от этого больше не стало. Кстати, а можно уворачиваться от них очень здорово. Ну, вот так вот. Ну, только в толпе, конечно, это вряд ли получится. Ой-ой-ой, там что-то бомбануло все-таки. Все-таки где-то среди них был какой-то бомбалейла. Товарищ бомбалейла. Отлично. Ураган, ураган. Он отвесит вам люлей. Так что не зевай. И быстрее ты килу пей. Как здорово у меня получается порой рифмовать. 1000 бабла у нас, ребят. Кстати, мы же потом прокачаемся, какой-нибудь дробовик возьмем, и будет вообще халява. Если мы с пистолетом так далеко дошли, то потом будет просто супер. Вот тебе по жопе, падла серая. Красная какая-то там. Ну, иди сюда. Да иди сюда, гаденыш. Гандоныш. Зеленый Марио. Да сколько же у вас водопроводчиков? Зачем в пещере водопроводчиков столько? Я не понимаю. Там что, конкретная авария, что ли, произошла? Прорвало везде канализацию, везде одновременно. Ой, это будет плохо. Это сейчас будет плохо. Так, они сейчас будут все идти сверху. Оп. Ой-ой-ой, ребята, это же я, только зомби. Смотрите-ка. Да хватит меня пинать, дура. Ай-яй-яй-яй, ашечки. Ай-яй-яй, ашечки. Это больно, это больно. Надо убивать шлюх, они, мне кажется, самые опасные. Первым надо валить шлюх. Ребят, так что если у вас будет выбор, кого валить, мексиканца, водопроводчика или шлюх, первым валите всегда шлюху. Они, суки, такие непредсказуемые. Лучше с ними сразу разобраться, пока есть возможность. Да умри ты ж, падла. Вот так вот вас. Патроны у меня кончились, но я, сука, злобный, как ишак. Все, хана вам. Ага, отлично. Ой, ты какой-то дикий. Ты рестлер, что ли, или что? Или боксом в детстве занимался? В школе, наверное, да? Так, все, патронов нету. У меня бейсбольная бита, что ты хочешь от меня? Я круче, чем ты. Отлично. Так, интересно, какой у нас чекпоинт это по счету? Блин, это ведь, ребят, только второй там или первый, потому что это не каждый переход. Только переход в дверь, мне кажется, считается чекпоинтом. То есть, по сути, мы только на третьем этапе, я так полагаю. Жесть, это жопа, ребят. Это, ребят, жопа. Ой-ой-ой-ой. Крысы! Крысы! Да господи. Иисусю мать за ногу. Ой, меня кусают. Не, надо прыгать. Прыгать лучше. Опачки. А вот сюда можно. Господи, что же я так тупил-то, ребятушки? Так что если будете играть в эту игру, сюда сразу прыгайте. Прям незамедлительно. Потому что крысы вам тогда... Если вы сюда не запрыгнете, они вам все ноги сожрут нахрен. Отлично. Аптечечка. Отлично, куча текилки, запасы текилки годовые. Ой-ой-ой, танцуй, танцуй. Да господи, крыса гребаная. Какая ты слишком злобная тварина. Обочки, бомбосики.
Бабосик. О, сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет. Ну давай, взрывайся. А, отлично. Бамба Лейла. Ага, ну давай, бомби. Ха, дурак, блин, своих же собратьев подбомбил. Ой, проститутка, первой валим шлюху. Опачки, все, хана мне. Все, меня зомби съели, ребят. Ну, я сделал все, что мог. Текила бум, ачивочка. А левел прогресс до 5-го мы уж прошли, ребят. Это прикольно. Click to unwarp. Что это? Ух ты, ребят, вот такие вот мы будем журнальчики открывать. Unlock 3-й weapon slot. Это круто. То есть нам за эти ачивочки еще дают всякие бонусы. Что ж, давайте-ка в магазин отправимся. У каждого персонажа есть свое 3-е оружие. То есть у нашего бейсбольного вида пистолет и дробовик. Ага, можем, например, топор открыть для ближнего боя. Ага, классно, ребят. Fire rate, дамаг, ammo. Только я не понимаю, зачем... А, 1,5 звезды дамаг, чуть помощнее будет, да? Катана закрыта, но она довольно-таки крутая. Дамаг такой хороший. Броня, блок. Давайте броню возьмем. А, вот, чтобы катану купить, нам нужно потратить баблинское. Угу. Так, пистолеты. Пистолеты у всех разные. Ага. Блин, вместо 3-го этого обреза мы можем купить, например, Мосберг какой-то дробовик. Называется Мосберг. Ну, я предпочту, давайте лучше купим катану. Квипт, отлично. Дамаг, файррейт. Все, мы прокачали. Теперь у нас будет обрез, и в будущем мы сможем джекхаммер купить. Если кто не знает, это дробовик такой скорострельный. Хотя, наверное, многие уже знаете по какой-нибудь батле. Здесь Find May VHM. Что это такое? 4-й слот, видимо, какие-то вообще автоматы будут, что-нибудь такое. Для бабоньки, например, можем УЗИ всякие купить. Для этого обрезы. А у бабоньки, кстати, уже по умолчанию катана, вы заметили? То есть у каждого героя свой набор оружия. Мексиканский говнюк, полицейский офицер. А мы играем байкером вне закона. Что ж, замечательно, у байкера вне закона уже есть броня. Кстати, броня, видимо, ребят, на всех общая. То есть тут не надо выбирать, кому какую броню. Броню покупаете вы на всех. Магазин. А, это магазин с этим журналом. Ну что ж, ребят, вот такая вот, в принципе, игра. Ссылочка на нее, как я уже говорил, в описании. То есть, кому она понравилась, можете играть в нее. Переходите по ссылочке и играть. Открывайте новые журнальчики. Пройдите эту игру всю. Откройте все вооружение. Убейте всех зомби. С вами был Пуховик, ребят. Всем всего хорошего. Пока-пока. Игровой канал Пуховика. Он самый лучший на земле. Самый лучший во всем, мать и воронете. И ты подписан на него. Я знаю точно, знаю, бро. Не может быть оно иначе. С друзьями ссылкой парились. И сразу станет ярче жизнь. Ведь смотришь ты канал Пуховика.